Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас в нашей комнате. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я понял, как меня слышно, видно. Да, хорошо, спасибо. Спасибо, все нормально. Хорошо. Меня зовут Николай Лобанов. Я рад приветствовать вас в нашей комнате. Добро пожаловать. И на ближайшие 35-40 минут я буду вашим гидом. Я расскажу об уникальной совершенно возможности, которая сегодня стучится в ваши двери. Я расскажу немножко о себе, расскажу о бизнесе, который является для вас фактически реальным бизнес-предложением. И если вы поймете в конце, что нам с вами по пути, то я скажу, что нужно делать. Если вы решите, что нам с вами не по пути, в любом случае вы получите от себя очень много ценной, полезной информации. Итак, меня зовут Николай, мою жену зовут Ольга, мы живем на Украине, в славном городе Полтава. И сегодня действительно самый лучший день. Этот день самый лучший, потому что вчера буквально у меня был день рождения, поэтому сегодня первый день моей 53-й весны. Но и для вас это тоже лучший день. Знаете почему? Потому что это первый день из оставшейся нам с вами жизни. Я вас с этими поздравляю. И очень важно, какие выборы мы делаем в жизни, потому что от этого зависит все. Мы сами решаем, будем ли мы счастливы или несчастны, будем ли мы богаты или бедны, будем ли мы здоровы или больны. И сегодня как раз тот день, когда многие люди, придя в первый раз, возможно, на нашу встречу, сделают для себя какой-то выбор. Кстати, мне интересно, есть ли на нашей встрече сегодня новички? Поставьте, пожалуйста, цифру 5. Люди, которые первый раз пришли, еще, может быть, не знают, о чем будет речь. И мне интересно знать, сколько у нас таких представителей новичков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо, спасибо. Да, вы самые главные люди, потому что те люди, которые вас пригласили, они уже знают, о чем будет идти речь. Ну, я по жизни предприниматель. То есть из своих 53 лет я, конечно, был ребенком, я учился в школе, закончил институт, потом 2 года я был в армии в качестве офицера и 3 года я работал на государство. Все остальное время я работал на себя. То есть я по жизни предприниматель, я бизнесмен. То есть больше 25 лет я уже в бизнесе. И кроме того, 5 лет я в интернете, поэтому немножко что-то в этом понимаю. И больше 14 лет я в индустрии, которая, к сожалению, в наших странах сегодня еще недооценена. Она называется сетевой маркетинг, многоуровневый маркетинг. И я 14 лет в этой индустрии. До этого я занимался другими видами бизнеса. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что лучше, чем сетевой маркетинг, ничего нет. И кто со мной согласен, поставьте плюсики. А те, кто не согласен, я вас прекрасно понимаю, потому что когда-то я был на вашем месте. Я тоже считал, что это несерьезно, что это там лохотрон, это какие-то там пирамиды и прочее. Тогда не было такого изобилия финансовых пирамид, как сейчас. Потому что я в бизнес вошел в 2000 году. Тогда были Oriflame, Mary Kay, там Herbalife проскакивал и так далее. Сегодня обилие компаний и, к сожалению, очень много финансовых пирамид. Очень много лохотронов, очень много мыльных пузырей. Но я вам сегодня расскажу о удивительной компании. И вы с самого начала поймете, что это ни в коем случае не финансовая пирамида. Пойдет речь о серьезнейшей компании, которая открыта в Германии, в центре Европы. Цивилизованная страна, страна законопослушных людей. И это страна, где невозможно нарушение законов. Где, например, если бы возникла финансовая пирамида, то ее бы сразу закрыли, а того, кто создал, ну, ему бы грозило по меньшей мере тюремное заключение. В Америке пожизненное заключение, в Германии точно не знаю, но точно посадили в тюрьму. Здесь же мы видим лицензию торговой палаты Германии, вот ее номер. Здесь видно адрес центрального офиса. И это один центральный офис. Есть также офис в Сингапуре, отвечающий за азиатский регион. И есть офис в Белизе, отвечающий за североамериканский регион. То есть компания сегодня работает уже по всему миру, потому что возникла она в 2011 году. Создал ее очень серьезный известный предприниматель мистер Харальд Сейдс, который давно уже в бизнесе и который выполняет свою миссию на этой земле. Речь идет о компании, которая сегодня уже работает более чем в 100 странах. 118 стран. Практически по всему миру. А для нас с вами важно то, что 118 страной стала Россия. И те из вас, кто понимают, что такое бизнес и как он вообще развивается, прекрасно понимают вот этот график. Когда новая компания входит на рынок, а именно это и произошло с компанией «Karatbars», она буквально 1,5-2 месяца назад вошла на наш русскоязычный рынок.
Вот этот период полтора, два, два с половиной года – это время экспоненциального роста. То время, когда рынок захватывается. И в это время можно зарабатывать очень серьезные деньги, потому что именно вот такой скоростной график. И, естественно, мы с вами находимся где-то вот здесь, в самом начале процесса. И все, кто имеет дело или какое-то отношение к сетевому бизнесу, понимают, что это самое благодатное время. Причем здесь сочетание двух редко сочетаемых вещей. Во-первых, компания новая на нашем рынке, о ней еще почти никто ничего не знает. И при этом она уже проверенная, стабильная, гарантированная международная компания, имеющая очень серьезный статус. И есть закон, который говорит о том, что если компания 2-3 года проработала на мировом рынке, то можно говорить о ее финансовой стабильности. О том, что это серьезно, надежно, легально, законно. То есть для нас с вами вот это сочетание двух редко сочетаемых вещей. Это очень важно понять. То есть вот это предложение, которое делаем мы сегодня на наших встречах, на презентациях, оно на самом деле многого стоит. Это действительно уникальное предложение. И с чем работает компания? Вот интересно, с чем работает компания? Компания работает с золотом. Что такое золото, понятно любому человеку, даже ребенку. Не надо долго рассказывать о продукте компании. 4 девятки. Золото 24 карата, 999 пробы. Это самая стабильная валюта. Это серьезнейший продукт. И я думаю, вы понимаете, я появился, все нормально. Ну, как вы видите, мы живем в большом доме, мы живем за городом, поэтому, к сожалению, не часто, но вот такое бывает. Интернет прервался, но я надеюсь, вы на месте, я тоже на месте. Сейчас слайды включим, и все пойдет по намеченному графику. Итак, партнерами компании «Каратбарс» являются ее аффинажные заводы. Заводы по производству золота. От Исаи, Надир, Дегуза – это известнейшие заводы, которые являются членами LBMA. LBMA – это Лондонская ассоциация участников рынка ценных металлов, то есть драгоценных металлов. И эти заводы имеют сертификат, то есть это тоже очень важно. Это проверенные заводы, которые выпускают золото. Я думаю, вы понимаете, что золото – это серьезнее даже, чем обычные деньги. И также партнером компании является Prosegur. Это компания, которая позволяет клиентам Каратбарс пользоваться бесплатно хранилищем золота во Франкфурте и Нойзенбурге. То есть мы можем хранить свое золото там, можем хранить его дома. Мы сами выбираем, где хранить наше золото. И ваше золото, если вы хотите его держать дома, видеть его и каждый день смотреть, доставляет вам FedEx. Это компания, которая работает по всему миру, и курьеры FedEx заставляют вам лично в руки. То есть через авиасвязь все это поступает к вам, и вы получаете на дом, курьер приносит ваше золото. Вот это один из сертификатов LBMA, который есть у завода Каратбарс от Исаи. То есть здесь действительно серьезнейший продукт, серьезнейшая компания, надежнейшая компания, поэтому говорить о каких-то там финансовых пирамидах может только человек, ничего не понимающий. Компания занимается торговлей золота уже не первый год через лондонскую биржу и работает в более чем 100 странах. То есть здесь все очень серьезно. И компания имеет свою миссию, которая заключается в том, что она предлагает любому человеку стабильную и экономическую безопасность путем того, что любой человек может конвертировать свои бумажные деньги в золотой запас, в личный золотой запас. Вы, я думаю, понимаете, что бумажные деньги – это всегда ненадежные деньги. Мы с вами переживали множество кризисов, множество ситуаций, когда они превращались в бумагу, в фантики, в что угодно. Золото же при этом только растет и поднимается в цене. И мы все это переживали, и мы все это понимаем, что даже доллар – это очень ненадежная валюта. И евро – тем более ненадежная валюта. Но компания предлагает вам золото чистейшей пробы, 999 пробы, причем в виде монетарного или инвестиционного золота. То есть это как раз самое ходовое золото, которое легко купить и легко продать. Это номинал 1, 2,5, 5 граммов. То есть не всякий человек может купить, например, 100 грамм золота. А вот 1 грамм может купить любой человек. И 5 грамм, в принципе, может купить почти любой человек. И опять же сдать это золото гораздо проще, чем 100 грамм. Не всякий банк у вас возьмет, например, 100-граммовый слиток.
А вот 1 грамм, 2, 5 – это реально всегда. И купить, и сдать. То есть это и есть инвестиционное, монетарное, самое ходовое золото. Причем вот этот слиточек золота, он вкраплен в контейнер. Пластиковый контейнер размером с пластиковую карту. И мало того, что есть вот такие обычные контейнеры, есть еще очень интересно, чуть дальше скажу. Смотрите, кому в принципе интересно это, интересен этот бизнес, этот продукт? Ну, по крайней мере, любому человеку, который хочет защитить свои деньги. Который понимает, что хранить деньги даже в обычном банке – это не выгодно. Потому что банк дает депозиты, которые всего лишь показывают, какой уровень инфляции. То есть никогда депозиты не превышают уровень инфляции наших денег. Здесь же вы имеете серьезную защиту. Поэтому для любого человека, который понимает, что нужно защищать свои сбережения, нужно защищать свои доходы, даже будущие доходы, то, что предлагает компания CaratBars, это находка. Ну и кроме того, это находка для коллекционеров, потому что они могут покупать карты, не обычные, не простые карты, а вот такие красивые, красочные, лимитированные карты CaratBars, опять же со слиточком золота. Но выпуск таких карт ограничен. Вы, например, можете заказать личную карту со своим изображением, со своими телефонами и так далее. Сделать визитную карту, например, для себя. Или карту, которой вы поздравите ребенка, своего родителя, знакомого, друга с Новым годом, с днем рождения, с днем свадьбы. Или вот такие карты, выпускающиеся ограниченным тиражом под какие-то определенные мероприятия. Или посвящено каким-то определенным личностям. Вот, например, чтобы выпустить вот эту карту с Папой Римским, нужна была лицензия Ватикана. Лицензия Ватикана. Это не так просто. И, естественно, таких карт очень немного. И они, конечно же, каждый год растут в цене. Помимо того, что золото растет в цене, еще и карты растут в цене. Давайте посмотрим на то, почему людям сегодня выгодно покупать золото в слитках. Причин очень много. Мы рассмотрим только 10 причин. Золото всегда было самым драгоценным металлом. Во все времена и во всех народах золото ценилось как самый драгоценный металл. И золото – это всегда реальные деньги, которые придумало человечество за все время существования. И вы знаете, когда, например, в России были золотые рубли, это там до 13-14 года, это была самая стабильная валюта. И даже войну, Первую мировую войну, Россия прошла и благодаря тому, что у нее была золотая валюта, стабильная золотая валюта. И поскольку золото – это невосполнимые природные ресурсы, и запасы золота в земной коре постоянно и постепенно истощаются, то на золото всегда будет спрос, и оно всегда будет расти в цене. Золото – это надежнейшая защита от инфляции. И в отличие от бумажных денег, золото никогда не теряет своей ценности, только растет. И золото всегда сохраняет свою ценность во время социальных, политических потрясений, войн, стихийных бедствий и так далее. Имущественная ценность, высоколиквидность золота позволяет ему быть действительно единственной международной валютой. И страны между собой рассчитываются в основном золотом. Не бумагой, а золотом. И золотой запас страны всегда говорит о ее стабильности. И когда золотой запас снижается у страны, всегда есть определенная проблема. Золотые слитки при этом являются самым надежным способом инвестирования в золото. Ни драгоценности, ни монеты. Например, если вы хотите сдать свою цепочку там, или украшение, то у вас ее возьмут по цене лома. Никогда по цене украшения не возьмут. Золотой слиток возьмут всегда не ниже, чем биржевая цена. И ни у каких других инвестиций нет такой власти сохранения капитала, как у золота. По мнению любого инвестора грамотного, в вашем инвестиционном портфеле должно быть не меньше 20% в виде золотых слитков. И я прекрасно понимаю, что мы в основном с вами не инвесторы. Но CaratBars предлагает нам делать первые шаги в этом отношении для того, чтобы опять же начать защиту своего капитала. Вот смотрите, как менялась цена на золото за ближайшие 40 лет. Вот здесь, в 70-х годах, цена на золото была порядка 35 долларов за унцию. Унция – это где-то около 31 грамма. На сегодняшний день это уже на уровне 1500, 1600 и так далее. То есть, представьте, насколько, во сколько раз выросла цена на золото. И особенно видно, что вот здесь вот в 70-е годы пошел рост, и в наше время идет рост. То есть во время нестабильности, конечно же, цена на золото растет, и мы как раз живем в это время. Поэтому думайте, куда инвестировать. Тем более, что инвесторы многие сегодня говорят о том, что цена золота, реальная цена золота, сегодня на уровне где-то около 10 тысяч долларов. Некоторые даже говорят о потенциале в 50 тысяч долларов за унцию. Поэтому сегодня
Покупка золота является очень серьезной, выгодной долгосрочной инвестицией. И кроме того, что компания предлагает нам возможность защитить свои сбережения, она предлагает еще партнерскую программу. Здесь у нас 7 видов дохода. Это прямые комиссии, бонус первого уровня, сгенерированный бонус, пакетный бонус, бинарный бонус, общий фонд Каратбарс и золотой фонд Каратбарс. Мы немножко пройдемся по основным. Компания Каратбарс нам с вами предлагает уникальную накопительную 12-недельную программу. Эта программа позволит при ее правильном использовании выйти на пассивный доход от 13 тысяч до 100 тысяч долларов, евро через вот эти 12 недель. Конечно, это кажется фантастикой, но давайте мы с вами посмотрим, что впереди, и решим для себя, насколько это реально. Естественно, это не само по себе произойдет. Вам нужно вложить энергию, время и силы в то, чтобы ваш бизнес начал развиваться. То есть 3 месяца – это вот такой стартовый период, когда вы можете как раз сдвинуть этот маховик с места. Компания предлагает несколько пакетов. Мне очень нравится то, что здесь на любой вкус и любой карман. Начиная от 99 евро, что по карману, я думаю, практически любому человеку сегодня, потому что речь идет о начале создания своего бизнеса, вы сегодня не найдете бизнес, который можете начать со 100 евро. И максимальный пакет стоит 7,5 тысяч евро, что больше 10 тысяч долларов. Вы можете выбрать любой пакет на свой карман и по своему вкусу. Вам не надо влазить в долги, занимать там под проценты и продавать квартиры, не надо. Выберите то, что вот сегодня вы можете осилить. И с этого можно уже начинать строить свой бизнес. Ну давайте пройдемся. Первый пакет называется «Бронза». Он дает вам право на 5% прямых комиссий и 10 евро за цикл. Я скажу, что это такое дальше. И 5 пунктов по бинарному плану. Здесь вы получаете 2 бонусные карты, которые дают право на 100-евровую скидку. Но эта скидка только для тех, кто приобретает VIP-пакет. То есть для тех, кто серьезные пакеты покупает. Вы со временем тоже можете купить и тоже можете использовать эту скидку. И еще 3% скидка в течение года на покупку золота у компании Каратбарс. Плюс брошюры, диск, рекламные материалы и так далее. Это все входит в пакет «Бронза». Следующий пакет – «Серебро». Он стоит 275 евро, это около 400 долларов. Здесь уже есть 1 грамм золота. Вы получаете его в виде вкрапленного в карту слиточка золота. Здесь у вас уже комиссии более серьезные – 10% прямых комиссий и 40 евро за цикл. И у вас 20 пунктов по бинарному плану. Здесь добавляется еще по одной карте 100 евро и 3%, и добавляется 6 карт 15 долларов, которые позволяют вам иметь эту скидку при заказе вот этих лимитированных карт, например, своих, личных, там, поздравительных и так далее. Следующий пакет золота. Он находится в середине, как золотая середина. И я всем рекомендую, если есть возможность, то входить именно на золото. То есть здесь при относительно минимальных вложениях вы получаете относительно максимальный результат. Почему? Пакет стоит 625 евро или около 900 долларов. Здесь у вас 2 грамма золота и вы имеете 15% прямых комиссий и 60 евро за цикл. Сравните 60 евро и 10 евро на бронзе или 40 на серебре. И 15% 5 на бронзе или 10 на серебре. То есть здесь почти максимальные доходы, почти максимальный возврат. Здесь добавляются карты, уже 7 100-евровых карт, 5 3% и 6 15-евровых. Следующий пакет – это VIP-пакет. Он стоит 1600 евро, это где-то 2200 долларов. Здесь уже 3 грамма золота и максимальные выплаты. 20% прямых комиссий, 80 евро за цикл, 100 пунктов по бинару, максимальное количество карт – 20 100-евровых карт, 10 3% и 6 15-евровых. И остался еще один пакет – VIP-эксклюзив. Он вбирает в себя все то, что несет VIP-пакет. Но в нем вы получаете, кроме этого, одну долю золотого фонда Каратбарс. Компания Каратбарс ежедневно торгует золото на торгах. И от каждого грамма проданного золота 95 центов откладывается вот в этот золотой фонд Каратбарс. То есть вы понимаете, что это серьезнейшие деньги, которые каждый день накапливаются. К концу года они суммируются, и все, кто имеет VIP-эксклюзивный пакет, получают соответствующую долю, в зависимости от того, сколько дней в этом году они имели VIP-эксклюзивный пакет. Вот все пакеты. Естественно, чем более дорогой пакет, тем больше возможностей он дает для вашего дохода.
Теперь посмотрим, что такое циклы. Здесь работает так называемая dual system, которая напоминает бинарную систему, потому что у вас формируются две команды. Правая команда и левая команда. Две ветки или две ноги. Давайте посмотрим вот в этой ситуации, которая изображена на рисунке. Вы рассказали об этой возможности, или точнее даже сказать, пригласили на вебинар своего друга. Он посмотрел и понял, что это действительно классная возможность. Он приобрел для себя золотой пакет, что добавило вам 50 баллов или 50 поинтов. Или юнитов, что одно и то же. Потом он рассказал или пригласил еще одного, человек вошел на серебро, и у вас 20 баллов еще. И еще один человек вошел на бронзу, и еще 5 баллов. Итого в правой у вас 75 баллов. В левой ветке ситуация примерно та же, но один человек купил для себя VIP-пакет, и поэтому здесь добавилось 100 баллов. Итого слева у нас 175 баллов, а справа 75. По условиям выплат Karatbars, когда у вас в одной из веток накапливается 25 баллов, а в другой 50, срабатывает цикл. И вы получаете вознаграждение в зависимости от того, на каком вы пакете. За цикл вы получаете на бронзе 10 евро, на серебре 40, на золоте 60 и на VIP 80 евро. И у вас сработало 3 цикла. То есть мы эту сумму умножаем на 3 и понимаем, сколько в данном случае вы заработали. И кроме того, у вас остается еще 25 баллов слева. Они никуда не деваются, они не сгорают, они не обрезаются, они переходят дальше. Они накапливаются и идут вам в зачет. И когда срабатывает следующий цикл, например, у вас вот в этой ситуации справа человек купил для себя золотой пакет. И получается, ноги меняются местами. До этого 25 баллов снималось с правой, а с левой 50. А когда у вас 50 появилось справа, то ноги поменялись местами, и у вас опять сработал цикл 25 слева и 50 справа. Это достоинство dual system, которое позволяет быстрее выравнивать ноги. Потому что здесь опережающий снимается 50, а составляющий 25. И поэтому вот этот баланс, он легче поддерживается, и вы больше денег зарабатываете, чем в обычном бинаре. Например, в компании в одной у нас была ветка, где было в одной 6 тысяч человек, а в другой 2 тысячи человек. Догнать невозможно. Здесь это реально. Здесь эти баллы перекрываются, и мы выбираем практически максимальное количество денег. То есть система меняется ногами самостоятельно, автоматически. Вам не надо за этим следить. Все происходит само собой. Еще одно важное достоинство здесь в Dual System. Вы можете ставить лично приглашенных партнеров не только влево и не только вправо. Вы можете задать, например, под совершенно конкретного партнера в программе у себя в бэк-офисе. И у него будут добавляться люди, которые пришли от вас, лично приглашенные. То есть здесь очень серьезная возможность для перелива. Не только обычный перелив, который идет влево и вправо, но и перелив, который вы сами можете регулировать. Регулируемый перелив. Возможно, вы знаете, возможно, нет, но на сегодняшний день на нашей планете есть определенное неравновесие. 95% людей владеют всего лишь 5% капитала. В то время как 5% людей владеют 95% капитала. Они имеют богатство, они имеют состояние. Но я думаю, вы знаете, а может быть и нет, что каждое богатство начиналось с какого-то одного человека. И этот человек выполнял одно важнейшее правило. Мы с вами можем взять его за вариант построения отношений с деньгами и тоже начать создавать свое состояние. Оно звучит так. Вначале заплати себе. То есть от любого дохода, ежедневного или ежемесячного, вы откладываете не менее 10%, вы их не тратите, вы их не инвестируете, вы их сберегаете и защищаете. Самый лучший вариант защиты, как мы уже выяснили, это сбережение именно в золотых слитках. И компания Karatbars предлагает каждому из нас такую возможность начать создание своего золотого запаса вместе с компанией Karatbars. И кроме того, что вы это можете делать, приобретая для себя золото Karatbars, вам предлагается просто сумасшедший план, который, если вы его поймете, не только позволит вам создать свой золотой запас, но и построить очень мощный бизнес. Система очень проста. В течение 12 недель вам предлагается, услышьте слово «предлагается», здесь нет каких-то обязательств, нет ежемесячных закупок, нет абонплат, нет там каких-то еще прочее. Это вам предлагается, 12-недельная программа. И в течение этих 12 недель вы каждую неделю приобретаете 1 грамм золота. 1 грамм золота каждую неделю. Это вот первый пункт, который вам предлагается. Второй пункт. Вы пригласили двух человек, которые вас повторяют.
Они тоже покупают еженедельно 1 грамм золота и тоже пригласили двух человек, которые тоже повторяют эти действия. И вот это, вот эти два действия позволяют вам выйти в течение этих 12 недель на доход, остаточный пассивный доход от 13 до 100 тысяч евро в месяц. Давайте посмотрим, как это происходит. Представим самую слабенькую ситуацию. У вас бронзовый пакет. Вы вошли на бронзовый минимальный пакет, оплатили 99 евро и каждую неделю начинаете покупать 1 грамм золота, что обходится порядка там, 47 евро. И пригласили в первую неделю двух партнеров, двух своих родственников или знакомых, которые поняли эту идею. И все, больше вы не приглашали, только двух. Но они повторили ваши действия. В первую неделю вы заработали за счет этого всего лишь 10 евро. Ну, вы лично пригласили, личные продажи, 10% на бронзе, вы получили 10 евро. За вторую неделю вы ничего не получили, потому что вы ничего не делали. Вы только купили для себя, для своего золотого фонда еще 1 грамм золота. И на третью купили неделю, и на четвертую. Но на шестую неделю вы покупаете этот грамм золота уже за счет тех денег, которые компания вам выплачивает. Потому что ваш доход уже 48 евро. Это примерно стоимость 1 грамма. И получается, что купленное в эту неделю золото для вас становится бесплатным. И в каждую следующую неделю вы покупаете золото уже не за свои деньги, а за счет дохода, который у вас создается в Кратбарс. На 11-ю неделю вы не только покупаете золото, вы уже можете обновить свой пакет, перейти с бронзы на VIP-пакет. Вы могли и раньше это сделать, но вот уже на 11-й неделе достаточно дохода для перехода.